праворульные автомобили постепенно выведут с рынка. Об этом заявил министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров. Причем действовать ведомстве предложили экономическими методами. Основной рычаг воздействия – это, конечно же, программа по утилизации старых машин. Напомню, что в сентябре этого года, после 4-летнего перерыва, ее вновь запустили в России. Она должна завершиться в декабре. Однако в этот раз она была модернизирована. Теперь сдавать старое авто можно как на утилизацию, так и по программе Trade-in. В любом случае водитель получит значительную скидку на новый, только леворукий автомобиль. Несмотря на то, что такой скидкой пока воспользовались всего чуть больше 100 тысяч человек по всей стране, планы у министерства более чем глобальные. По мнению министра, в Центральной России это позволит избавиться от автохлама, а на Дальнем Востоке полностью заменить правый руль на левый. Министр напомнил, что со следующего года вступает в силу закон, который запрещает эксплуатацию в стране праворульных автобусов. Легковые автомобили пока трогать не собираются. Однако в скором времени может появиться еще один законопроект, который может заменить транспортный налог на экологический. И чем выше экологический класс авто, тем меньше придется платить его владельцу.